Привет, интернет! 4 ноября, в день народного, в ночь народного единства, во всех регионах России прошла традиционная ежегодная акция «Ночь искусств». Я давно на нее смотрю, но раньше посетить ее не удавалось. Вообще идея замечательная для того, чтобы культурно провести время с родными или близкими людьми. Я прекрасно знаю, что многие местные жители множество раз видели памятники архитектуры Владимирской земли, но только снаружи. Попасть внутрь бывает очень сложно, особенно в наше время. То пандемия, то реставрация, то сырость какая-нибудь, которая разрушает белый камень. Мой выбор сегодня пал как раз на такие места. Я очень хотел показать домашним Дмитриевский собор, а хорошим дополнением стала водонапорная башня с ее обзорной площадкой. И даром, что уже стемнело, в этом есть свой шарм. С ее и начнем. Сегодняшнее небольшое путешествие по Владимирским достопримечательностям. Итак, экспозиция «Старый Владимир» Владимира Суздальского музея-заповедника разместилась в здании бывшей водонапорной башни, которая еще в 1950-е годы перестала использоваться по прямому назначению. Водонапорная башня впервые в стране была переоборудована изнутри и приспособлена под музей городского быта рубежа 19-20 веков. Экспозиция колоритными штрихами воссоздает повседневную жизнь горожан и атмосферу старого провинциального Владимира через интерьеры комнат, подлинные вещи, предметы мебели, одежды, фотографии и тому подобное. Экспозиция первого этажа посвящена внешнему облику города и городскому хозяйству, а также деятельности городской управы. Яркую обзорность придают крупноформатные фотографии дореволюционного Владимира. Особенностью старого Владимира стало использование вместо пояснительных текстов подлинных вырезок из книг, газет или журналов конца 19-го, начала 20-х веков. К «Ночи искусств» организаторы придумали небольшой квиз. На входе выдавались буклеты, и предполагалось заполнить буклет, в котором находились вопросы. Ответы на эти вопросы можно было найти в экспозиции, и молодежь с удовольствием принимала участие в этом квизе, а заодно и повышала уровень своих знаний. На втором этаже посетители знакомятся с населением города и его занятиями. Здесь представлены интерьеры комнаты в доме богатого гражданина, трактира, церковной лавки и кабинета начальника тюрьмы с подлинной решеткой из камеры Владимирского централа. Колоритно выглядят ключи большого размера и замки от торговых складов. Потребность Владимира в водонапорной башне возникла при прокладке водопровода в 1860-х годах. Поэтому это памятник инженерно-технической или промышленной архитектуры начала 20 века. Первый проект водонапорной башни предполагал оборудование ее в бездействующей надвратной церкви Золотых Ворот, но этот проект не состоялся. Здание представляет собой трехъярусное сооружение из красного кирпича, имеющее в плане форму цистерны и расширяющаяся кверху, как крепостная башня. Позже башню хотели построить на Козловом валу. В 1912 году это здание было совершенно перестроено по проекту архитектора-художника Жарова. Украшением служат окна, в том числе сдвоенные, разной высоты на каждом ярусе, и кирпичный декор. Стрельчатые арки и прямоугольные сандрики над окнами, два пояса арочных ниш, имитирующих мошикули, и карнизные валики, разделяющие ярусы.
Экспозиция третьего этажа музея рассказывает о духовной и культурной жизни старого города, монастырях, храмах, учебных заведениях и театре. Здание было реставрировано в 1970-е годы. Наверху башни, где помещался резервуар, устроена смотровая площадка с невысоким шатром. На четвертом этаже оборудована смотровая площадка, часть которой застеклена, а часть открыта. Посетителю предстоит живописная панорама даже ночью, заклязьминских далей и современного Владимира с его белокаменными соборами 12 века, многочисленными архитектурными памятниками, которые органично сочетаются с современными застройками. Вот только театр к нам спиной повернулся. Но время не ждет. Ночь искусств довольно скоротечна, и мы движемся на Соборную площадь. Дмитриевский собор занимает выдающееся место среди распространенного в XII веке типа сравнительно небольших четырехстолбных одноглавых храмов. Это дворцовый храм сильнейшего феодального владыки XII века, князя Всеволода III «Большое гнездо», созданный местными мастерами и зодчими в зените его славы. Христианское имя Всеволода – Дмитрий. Идея царственного могущества Всеволода Дмитрия воплощена в образе Дмитриевского собора с поистине гениальным совершенством. Величественная стать собора создается не грандиозными размерами, а уравновешенными пропорциями и интригующей ажурной резьбой, покрывающей его белокаменные стены. Всего на фасадах размещается 1500 резных камней, и рассмотреть их можно даже ночью благодаря современной подсветке. Среди сюжетов резьбы можно отыскать как библейские, так и языческие символы. В центральных закамарах трижды помещена фигура библейского царя Давида. Вокруг Давида прекрасные рельефы львов в горделивых победных позах, геральдические символы, метафоры царственности и высшего покровительства. Такой же смысл имели барсы и грифоны, а также орлы. Еще можно увидеть лань и голубицу, как символы смирения и кротости. Фазаны, павлины и даже гуси иносказательно показывают мир духовной реальности. Ряды причудливых животных чередуются с растительным орнаментом. Долгое время собор был закрыт на консервацию. Агрессивная среда современного города, разрушающая, действует на рельефы, выполненные в известняке. Последние годы реставраторы
покрывают фасады специальной защитной смесью, используя традиционный опыт содержания белокаменного здания. Внутри Дмитриевского собора сегодня можно увидеть единственное захоронение с надгробием первого владимирского губернатора Воронцова, который из уважения к его заслугам и по его завещанию в 1783 году был погребен в соборе, не имевшем некрополя. Дмитриевский собор остается одной из самых драгоценных жемчужин русской культуры. Его значение высоко оценено даже для мировой культуры. Собор внесен в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. В алтаре размещена копия древнего креста на голове храма, представлявшая собой каркас 18 века, обтянутый латунью в 1957 году. Высота креста 4,07, размах 2,78. В 2002 году копия была заменена из-за разрушения. В экспозиции представлено несколько фрагментов золоченой меди подлинного креста XII века. Фактически важнейшей частью экспозиции являются сохранившиеся уникальные фрески XII века в центральном своде под хорами, изображение 12 фигур апостолов, судей на престолах и ангелов позади них. В малом своде под хорами показаны сцены рая. Росписи Дмитриевского собора отличаются одухотворенностью образов, пластичностью фигур, тонким сочетанием красок. Это оригинальный памятник классического византийского стиля конца XII века. Ну, вот и подошло наше время к концу. Вот такая уютная вечерняя культурная прогулка получилась. От местных для местных. Хотя я уверен, что было немало и гостей нашего города. Хочется сказать большое спасибо организаторам как местным, так и федеральным за эту ночь. Ночь вместе с искусством.